Приветствую, друзья, на своем канале «Письма со всего мира». Коротенький выпуск на письмо из Швеции. Обратные расходы я оплачивала. И вот такие вот марочки клеила. Эти марки мне подарила подруга-коллекционер Диана. Спасибо ей. Она прислала мне 5 штучек. И где-то 3 из этих 5 я уже потратила. Ну, надеюсь, что потрачу еще и 2 оставшиеся. Посмотрю, кто там еще у нас есть из Швеции, такой хорошо отвечающий. Ну, пока вот вернулся этот конверт с маркой. И там актер, который, ну, я не скажу, что он известен, но я с ним смотрела фильм «Вторая жизнь Уви». А актера зовут Рольф Ласгард. Посмотрите. Вот так вот он подписался, написал «All the best to you, Юлия», и вот такую вот подпись поставил. Хорошая подпись. Со второй фотографией мне повезло меньше, я выбрала почему-то темную, и он подписал на единственном светлом месте, это его шея и грудь. Тут он написал «Для Юлии» и подписался вот так вот. Ну, в принципе, ответом довольна. Очень хороший актер. Обязательно посмотрите с ним этот фильм. Ну, у него куча других фильмов, но как-то смотрю, что на платном ему так не особо много пишут. Но, в принципе, все, кто ему написал, получили ответ. Вот. Не знаю, ответит он ли без обратных расходов. Ну, вот мне повезло, конечно, и с марками, и с его ответом. Так, мы даже посмотрим. Вот он 23.05 отправил, а мне пришло 05.06. Довольно-таки быстро. Я отправляла я где-то в апреле или в мае я даже отправляла. Ну, пару месяцев буквально, может, даже меньше. И получила ответ. Так что, ну, я думаю, что из 3 марок, которым я вот отправила, одно вернулось, одно я планирую, что вернется еще, но вот с самым первым, который я отправила, там есть вопрос, конечно, хотя ответы были. На этом все, буду закругляться, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу, пока!